отличает ее от подобных каких-то установок то, что она имеет модульную конструкцию, что позволяет в транспортной конфигурации доставлять ее без особых ограничений практически в любую точку земного шара. Эта установка выпарная, источником энергии является парокомпрессор. Это как раз симбиоз аэрокосмических технологий с технологиями опреснительных установок. Эта установка должна работать полностью автономно. То есть будет два человека-оператора, которые будут наблюдать и поддерживать процесс, но вмешиваться в процесс подкручиванием краников не нужно будет. Все управляется на единого пульта управления. Данная установка проектировалась под различную соленость. Может немного отличаться производительность, но работает на любом море при любой солености, которая есть, ну, соответственно, на нашей планете. Все компоновочные решения аналогов не имеют. Это наша российская разработка, вот наш совместный, так сказать, труд. Технология, сам процесс, газодинамика, термодинамика, она тоже наша, она ниоткуда не заимствована. Это наша собственная разработка, наша с ГАУ и наших партнеров. Установки подобного типа, они могут применяться не только для опреснения воды, они применяются в химической промышленности, нефтехимической промышленности, в виноделии. Поступает морская вода, предварительно очищается от грязи, от крупного мусора. В теплообменнике подогревается до температуры близкой 50 градусам. Подается на испарительно-конденсационный теплообменник, льется на трубы, по которым проходит пар подготовленный. При пониженном давлении испаряется, пар проходит в следующий ряд трубок. Часть его конденсируется, сливается, конденсат забирается в одно место. Несконденсировавшийся рассол подается в теплообменник и выводится за пределы. Вода кипит, получается пар, пар конденсируется, соответственно, в конденсате получается дистиллированная вода. За счет того, что там используется принцип вакуумной дистилляции, то испарение воды происходит при температуре от 60 до 70 градусов Цельсия, что позволяет сэкономить на потребление электроэнергии. Опреснение выпариванием при пониженном давлении – это все-таки достаточно новая технология, потому что она требует достаточно высокой квалификации при производстве. Данная технология позволяет создавать установки конкретно под потребителя. Это не будет серийным продуктом, это будет индивидуальным продуктом, который будет в зависимости от исходных условий создаваться установка конкретно под заказчика. Проект решает не только вопрос Крыма. В результате проекта будут получены установки различной производительности. Наш договор предусматривает: первая установка 2 кубометра в час, вторая 5 кубометров в час, третья 10 кубометров в час. И вообще-то мы сейчас подумаем о модуле на 100 кубометров в час. Мы все можем. Мы отработали или заканчиваем отрабатывать проектирование и методики расчетов. Потому что одно дело расчет теоретический, совершенно другое дело, что мы получаем на практике. То есть мы сейчас все это отрабатываем, подтверждаем, понимаем, где что не совпадает. Мы учимся. Есть предварительные договоренности об установке ее на берегу моря. Называется Малая Голландия. Это место отдыха студентов Севастопольского университета. И будет проводить испытания. Собственно говоря, там она и должна показать себя в самом, надеюсь, лучшем виде.